Почему? А почему не снимается этим чарокрадом с него хилка, я не понял, что за хуйня? Хилка не снимается, хилка не снимается. Так она показывает, что снимается. Не должна, не должна. Ну пока, я имею в виду, что у нее иконка такая, как когда, ну типа, можно снять. Со мной бился, не записывай эту. Ну, правильно. У тебя 4 победы, Ройкин. Да, там у Панацеи ПВП билд и у Еро. Давай с Еройкиным. Хотелся. Там просто ПВП билды у всех, и все. Я даже не раскидывался. Это да, согласен. Да, я нет. Да и шмот ПВП, типа, панацеи, кто его заберет? Да, причем не надо искать оправдания, я просто никогда не ПВПшусь, я чисто ПВЕ, не надо искать каких-то оправданий там. Я точно так же. Леха, Паша ПВПшит. Когда его убьют, когда его убьют, хилят. ПВП там стан на 30 секунд, типа быстрее откатывается, поэтому... ПВП кот его бы загрыз. Кот его загрызет. Шоум скидай ему стан и смерч. Я отдавал. Как будет? Чисто, если бы у меня хотя бы ПВП таланты были, то еще можно было бы что-то. А так, к сожалению. Не успею, просто не успею. Доты съедают очень быстро. Доты довольно быстро, таки мне надо было в медведя просто его дальше бить, да и все, может быть, там прокнул бы крит какой-то или еще что-то. Ну, опять же, это ПВП таланты. Стан у меня минус 30 секунд даст бы мне, поэтому... Давайте поставить адопты, которые показывают. Вот опять со мной хочет подраться. Хочет опять с шумским подраться. Пой... Да. Ой. Что такое делаешь? Да.
Я его убивал. Да. Давай. Я кидаю ему вот мне. Ему колонну нужно обуз. Я стою в центре. Я в центре стою. Да тот, я тот. Там шакит хочет. Ну там ты бесконечно чел будет стоять, я не вскроюсь, не переживай. Оттуда не вылезти еще, при том, что оттуда не вылезти. Да, оттуда не вылезти, я только что проверил. Да я тебя не бью, вылезай, вылезай. Подстав убил. И почему же бенгальский тигр не летает? А в чем сейчас прикол был? Типа я стоял у него за спиной, кастовал внезапный удар и ничего не происходило. Может, щиток на нем был. Там у спины, короче, моделька именно прямо за спиной. Понял. Я думаю, чего ударить не могу. Если у лица просто там хитбокс здоровый, ты можешь и слева бить, и справа в лицо. Хочу дружественную дуэль с Ликсом. Ну, давай. Я бегу. Ты упал? А, он без полетки? Ага, ну. Шакит, давай сыграем с тобой, Шакит. С панацеей. Не, пусть сам влазит. Мы с тобой в рейде? Почему ты меня видишь? Объясни мне. Ну так, то выйди с рейда. Ладно. А у меня вот нету душ. Все, тратил на призыв с куба. Ну, можешь высосать. Давай душу высасывай, что ты кастуешь? А, ну, когда висят дотки, типа, больше шанс. Вот только пошел бы я эту кровну.
И где эта херня, которая высасывает душу? О, нашел. Ну давай, давай. Ну вот типа арена погорает. Так у него фулл билд ПВП. Тут вопрос, кто его уничтожит. Я ненавижу паладинов, но я его не могу уничтожить. Да нет, еще. У меня не было конфликта. Там еще ревность. Давай еще раз. С первого Ваниша меня выбил автоатакой 5. Ты вызови, сукуба ты себе. Ничего. Нет, осколков душ. Ладно. Я хочу с магом. Все, мы тут души забирают. Душу его, пацаны. Я предлагаю панацея награду не давать. Уж больно он подготовленным пришел. Могу уже позвать и кореша, если он есть, он маг, он не одет, но думаю, у него есть шансы все его развалить. Я дебил. Я мог призвание в шот дать. А ты жрал, чувак. Ну, я понимаю, ты тоже ел. Я хп не восстанавливал ману только. Ну, так а чё? Нет, ну ладно. Ты ману отхиливал, я хп. Ради бога. Тут просто, видишь, колонны нету. Так бы я тебя через скидней гауш и стелл. Скидней гауш и стелл. Ну, это так, возможно. Я отойду ненадолго. Гой еще подойдемся, пока не долит. Так, не в засчет. На ДКшника-то можно, вот, паладина сложно быть.
Seduction. Ну, еще раз. Да мы уже дрались с ним. Всякое, я РДД буду. Че? Я говорю, я как РДД буду. Кто, кто, кто? ДК, с которым ты пошел. Ну, го, буду, как тупо, РДД. Буду только койлами закидывать и дотами. Ну, го, как РДД. Чем ты меня выбил? Давайте я с ДК. Ну, хз. Давай, давай. У меня тоже шансы с ДК есть. Хорошо так. Согласен с двумя человеками, которые написали в рейд. Паладины, это плохо. Их нужно удалить с Варкрафта. И панацею тоже. Не ДДшат это вообще. Я есть, я. Всяко. Да я уже боев 10 сыграл. Ну вот Ликса, по идее, я-то в первом бою победил. О, вот красава, прям делай так, как он. Не, Ройкин, его возможно убивать. Я его убивал на БГ, вот я вот прям не понимаю, как я это сделал. Походу. Ну, я с Ройкином не дуэлил. Я с ним один раз все дуэлил. Нет, Dungeon Master. Вот за панацеей буду следить. ГГ. А, все, я проиграл. Да я не то нажал. Ну это в зачет было, в зачет. Другой счет, не в зачет. Он меня выбивает из инвиза как-то, я не знаю, что меня выбивает. Он еще пэта сковать может. Ау, он просто меня опять спалил.
Ярик, как дела? В смысле, у тебя пока сопротивление, что за хуйня? Там эти диминишинги с прошлой дуэли остаются. Пиздец. Да, против Роги не бесполезно. По 8К кредует. Минуточку. Сейчас я пойду. Я Гарату не давал вроде бы, или дал? А, случайно начал, ладно. Так, а смысл нам вместе с ним играть, если у него есть талант на скрытие инвиза? Типа тут 100% понятно, кто выиграет. Да. Это ты либо мне поддался, либо спецом. Ну, я тут. У меня, да. Давай. Ну, вообще заканчивается тем, что там, кто первый сапой выигрывает. Давай. Только если блайн поймаю Ванюшу.
Бля, ладно, я кнопку перепутал, все, забей. Ярик. Давай с инвизом. Да откройся, откройся. Я как одного понять не могу, почему ты когда тренинг будешь, типа я тебе не могу стан дать. Ну ты у меня вообще знаешь где? Твоя моделька вот тут у меня. А ты вообще вот тут стоишь. Типа я когда тебя бил, ты ну, скинул стан, я тебе кидаю удар по почкам, и он просто куда-то в никуда уходит. Ну потому что я, блин, кидал спину делаю. Так нет, у меня КД на нем висит. Ну, я понимаю, но ты типа мешаешь, потому что я тебе за спину прыгаю. Понял. Кулаком промахнулся. Не. Как я промазал блайндом? Я ваниш нажал, ты ваниш поймал блайнд. Понял, ладно. Я ждал твой тринкет. Ты гонишь? Что там, кого еще убить надо? Почему ты не тренинканул? Потому что я знал, что ты еще ванечно живешь. Я на С я спрашивал. У меня интернет упал. Давай. Я специально развернулся. Я сдал. Хорош, хорош. Сколько? Подожди, а почему если должен биться, он проигрывал, а я нет? Что за где справедливость? Что за бред? Итак, гибрид против гибрида. Интересно, да? Среди убей его пару раз. Ну, уже 3 года примерно идет. Я опять развернулся. Не, панацея вроде ни с кем не дерется. Не, Ярик, давай я сейчас с ним, а потом с паладином попробую и все, и пойду по своим делам. Призовой фон, Слав. Да, да, я сейчас с Dungeon Master'ом, а потом с паладином и пойду дальше играть. Thank you.
А что ты его в лесу убил, Лёха? Что ты его в лесу убил? А, ну потому что он меня заморозил. Хотел его тут убить. А, ну, не заметил. Вот он видно. Видно? Давай. Вы до сих пор деретесь, ДК? Ну ладно. Можем. Пилар нужен. Один стал у него. А я что? Я живу выбыл, да? Ты жив? Не. Он ПВЕшер. Нет, нету такого символа. Да, у меня понял. У меня, короче, вот этот вторая. Вторая специализация, у меня там стояли символы на фаермага. У меня не стоят там пвпшные символы. Но если бы сейчас был бы это, то можно было бы попробовать выиграть. А чё ты с него фридом не диспелишь? Когда? Забираю. Ну ты видел, сколько на нем бафов висит? Ты видел, сколько на нем бафов висит? И там по 4 бафа я бафов. Крутиль 2, брось. Слышишь, Слав? Гильбанк брось. Ты тут 1200, гильбанк брось. Гильбанк брось 1200. Да. Я не брал охоту. Я не убрал у тебя их. Нет. А ЕП за победу, там, за участие, за там. Спасибо.
Надо арену найти, надо арену найти, нормально. Желательно, чтобы ровная была арена, и скоро там прибавить. Вообще можно было попробовать в стычке регать один на один, именно через рег. Там, по идее, реги нет такой большой, можно пробовать друг на друга. Чё? Вот. Так. Да. Угу. Не, ну, в принципе. Дал неистовство тьмы, застанил его вот здесь. Вот прям где стою. Простанился он сзади моей спины. Бывает. Блин, Шакит, я думал, ты придешь в сове, уничтожишь всех. У тебя что за шмот-то был? Ну, тринкет есть, а у меня-то ПВП-шного ничего нету. Устойчивости у тебя тапки есть. У тебя даже ты... Это что это? 200-го? Что-то есть. Проникающая способность, ничего себе. Ты вообще круто одет. Девятьсот пятьдесят не хватает, а у тебя сколько реса? А надо сколько? 1400? 1200 хотя бы?
кто, кстати, вот этот секси дж Данил БДК Фрост, он откуда? Да, вообще тяжкое дело. Но самое тяжкое, я видел эти паладины, ДКшники вот эти бессмертные. Надо против них кого-то науськать. А в Награнде там как? Там спрыгиваешь и типа просто враждебно? Нет, там обычная арена. Там вот просто арена Награнда. А вот как арена регаешь, там стандартная арена закрытая, 4 пилара. Туда заходишь просто-напросто и можешь уже атаковать. По разные стороны встаете, где двери открываются, и все. То есть это полноценная арена. Ну я понял, но это лизание столбов будет, видишь? Она достаточно, это идет как эталонная арена, потому что она большая, то есть прямая, и только 4 столба. Такие классы, например, как сова, не может прокатить на прямой местности никого. То есть только либо впитывать урон, стоять. А того же паладина я спокойно раскачу, короче. Того же ДК можно покаять за теми же стенами похилиться. Потому что, ну, нету такого бурского урона. То есть, ну, как это, в принципе, это одна из первых арен. Можно, конечно, взять еще двухэтажную арену в Острогорье, вот здесь, прям недалеко. Но, опять-таки, это будет немножко нечестно для миликов. То есть, для тех, кто может скинуть, например, сова даже, да, это будет преимущественно. Двухэтажная. А там она прямая, то есть поймал на прямой местности, получи по шее. То есть, блин, друид, по сути, это кайтящий класс. Ты должен кайтить, шипаться и бегать, и дамажить. А ты не можешь здесь на прямой местности ни кайтить, ни шипаться, ни дамажить, потому что приходится впитывать весь дамаж. Надо, знаешь что, вот надо каких-то людей найти, вот крутых, типа вот как Дангемастер. Но нужно, чтобы они выигрывали как-то панацею и вот этого Ирокина. Нужно таких, ну, не классы, чтобы не паладины ДК это были, а какие-то другие классы, типа какой-нибудь мега-крутой вар там, или мега-крутой лоб, который ДК или паладина разносит. Вар протика не разобьет никак. А, вот ДК с протиком еще. У меня просто протик на X3 в PvP, короче, я бегал. То есть я знаю, что это такое, более-менее. Там прям очень сложно. Маг протика раскачивает в рейсе. То есть аркан маг может спокойно раскачить вообще в легкую, короче, протпал. Просто нужно со стили с него щит, стилишь все с него и замедло. И все, он просто будет ходить, у него мана закончится, он будет ходить, и тот его будет просто обстрелом убивать. Ну или фрост маг его также вот видел, там он на голодон, он без реса. Понимаешь, он тупо не мог выдержать эти вот 3 РДД атаки, которые в него давал на С. Все. Был бы у него рез, он бы просто-напросто его убил. Ну, он раскатил бы его спокойно, то есть раздиспелил бы, раскатил.